Друзья мои, всем привет! Сейчас я вам быстро расскажу, как сделать правильный зарез на подоконном элементе, чтобы торец вот этот вот повторял контур элемента. Ну вот изначально он выглядит вот так. То есть делаем угольничком быструю разметочку, обычно вот такой угольник на обычной заготовке. Делаем, получается, разметку от фасадной части, от края к центру задней стенки, а на другом элементе, который будет поворотный, наоборот делаем от задней стенки к центру фасадной части. И получается, вырезаем эти детальки, да, отрезаем. Вот у нас получается вот такая финтиклюшечка. Мы ее спокойно потом раз вклеили, и все. В готовом виде это смотрится уже вот так. Поворотный элемент, он как бы зашпаклеванный, загерметизированный. Вот. Потом все покрасится и будет красиво. Пользуйтесь.